Всем привет! Сегодня с вами посмотрим небольшой видос. Вы его посмотрите, я его сделаю, про городище Лихула. Историю я сейчас вам его не расскажу. Я кину ссылку на статью Википедии, скорее всего. Вот. Но зато я вам могу показать это городище. Это уже будет второе городище, если не ошибаюсь, на моем канале. Вон там вороны раскричались. В общем, что сейчас могу сказать, что это средневековое городище, которое сейчас находится в довольно-таки плачевном состоянии. Практически от него уже ничего не осталось, кроме вот этих вот насыпей, на которые я поднялся. Внизу вон сделали люди себе какие-то огородики. Ну, в принципе, все, что осталось от этого Лихула, это часть стены, обращенной к мызе Лихула, плюс вот эти вот насыпи, небольшой подвал, в который мы тоже спустимся, и я вам покажу, что там внутри. Ну и здесь еще что-то вроде остатки башни, что ли. Быстренько пробежимся, посмотрим. Здесь еще один выход из подвала и еще один выход из подвала. Туда мы тоже зайдем. Ну, сначала просто погуляем. Почему бы властям просто не раскопать эти холмы? Тут же наверняка стены вот такие же. Но почему-то они этого не делают. Может, сделают потом. Так понимаю, это стены вот этого замка, который здесь был. Городище, да? Вот. Туда еще выйдем, посмотрим. Вот такие вот развалины. С другой стороны, уже похоже на новое что-то. Вот здесь даже, ну, это все новое, кладка, я вижу. Мне кажется, это все новое. Слишком аккуратно положено, слишком ровно. Стена-то древняя, а вот эта пристройка уже как будто как восстановленная. Здесь он. Какие-то углубления, то ли ров был. Но здесь главный вход, я так понимаю, судя по толщине стен. Здесь еще между стенами какой-то был проход. Камень уже подготовлен для восстановления. Вот это тоже оригинальная стена. Видно, она уже вся съедена временем. Это восстановлено. Ну что, пойдем посмотрим подвал. Быстренько обойдем вокруг этого подвала. Сюда я еще не заходил. Так, там мы были. Вот это, собственно, сама стена, которую видно с дороги. Так вот она выглядит. Ничего особенного вроде бы. Ну что, пойдем спустимся в подвал. Посмотрим, что нам приготовили средневековые строители. Конечно, немножко скользковато, я уже туда спускался. Посмотреть вообще, стоит ли это снимать. Ну, вроде стоит. Мне понравилось. Здесь кое-какие остатки ступеней. Тут несколько помещений. Вот здесь видно, что кирпичом уже силикатно пытались восстанавливать. Это у нас второе помещение, смежное, проходное. Вот такая вот помещенница. А мы пойдем в третий. Третий — это уже большой зал. И последнее помещение, во всяком случае, доступное. Может быть, где-нибудь под этими холмами еще что-то
И вот здесь вот такие ямы выкопаны. Очень похоже, что это как будто как раскопки какие-то производились. Вот здесь даже кованая какая-то то ли вешалка, то ли что-то. Это еще и кузнец делал. Все кованое. Здесь вторая яма. Это кость, что ли? Ну да, кость. Ну, вроде не человеческая. Маловато она для человеческой кости. Что-то искали они тут. И третья яма. Уже мусора накидали. Так, здесь довольно-таки сыро. Я думаю, летом тут лягушки даже, наверное, живут. И, в принципе, на этом будем заканчивать. Это было Городище Линуса. Подписывайтесь на канал, на инстаграм-канал. И до новых встреч!